Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали на акции в поддержку политика в Москве. Это произошло меньше, чем через полчаса после того, как Навальная сообщила в Инстаграм, что пришла на демонстрацию. «Извините за плохое качество, очень плохой свет в автозаке», написала Юлия Навальная в следующем посте, поделившись фотографией из автозака. Сотрудники правоохранительных органов при задержании Навальной игнорировали вопросы ее адвоката и не пустили его в автозак. 22 января Юлия Навальная объявила, что выйдет на митинг. «Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю». Руки в сторону, ходите. Не мешайте работать. Запустите.